Добрый день. Украина, Харьковская область, Персик Хасанский, клон Железова. Немного посадки, как он был посажен. 25 марта садился. Здесь была обычная огородная перепаханная земля. Саженцы прям ставились корнями на землю и насыпался нужной высоты холм до уровня корневой шейки. А через месяц засеял это все фацелией, люцерной и клевером. Фацелия и люцерна год поживут и пропадут, а клевер будет полноценным газоном. Касательно самих персиков, немного на них болячки есть, курчавость. Но это будет буквально на верхних побегах. Остальные, они более-менее здоровые. Вот, но этот такой относительно небольшой. А холм сантиметров, наверное, 40. Меньше, наверное, 40. Здесь холмик немножечко меньше. Я их делал трех разных по высоте. Три разные по высоте. Здесь тоже сам персик вот хороший. Нижние ветки, которые с, как бы, с усиленным ростом пошли, как жировики, те все здоровые до единого. Те, которые с молодых почек, ну вот только верхушечные немножко болеют. Вот. Буквально какой-то вот один побег. Ну, два кончика. В остальном они более-менее здоровые. И третий персик. Этот был самый маленький. Тут холмик небольшой совсем. Но, тем не менее, тоже хорошие веточки дает. Буквально кое-где... Сейчас не видно. Присутствует и курчавость на нем, но совсем-совсем немножко. Вот вообще хорошую ветку выдул. Ну вот такие они, хасанские персики пока что. Дальше будем наблюдать. Еще один момент по персикам, хоть они и замульчированы, потому что тут бывает очень жарко, и на первый год решил мульчировать, чтобы не пересыхал ком. Но на каждом из персиков оставил хотя бы вот такой, небольшой пятачок без мульчи, для того, чтобы корневая шейка оставалась сухой. За счет мульчи влага сохранится, а шейка будет сухая. А через годик, когда саженец окрепнет, засею, наверное, и эти холмы клевером или чем-то еще таким газоном мелким. И что еще касательно персиков, они не обрабатывались. Это я забыл сказать. Что-то такое состояние у них без каких-либо обработок, без какого-либо вмешательства. Посадил, замульчировал и больше не трогал.